Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня украшаем торт для мужчины. Все ссылки на этот торт оставлю в описании. Прикрепила крошки и немного разровняла торт. Мешком с тонким отверстием делаем паутинку по всему торту. Самое сложное в украшении торта – это выравнивание. Этот торт не нужно выравнивать, но смотреться он будет очень красиво. В центре торта отсаживаем шарик из крема. К нему будем крепить цветы. Хризантемы будем делать насадкой «Малая улыбка». На гвоздике делаем основание в форме конуса. Примерно 3 ряда лепестков вытягиваем только вверх. Потом понемногу начинаем раскрывать цветок. Окрашивать хризантемы буду сухими красителями-распылителями. Покупала их на сайте tortodelfeo.ru. Ссылку оставлю в описании под роликом. Немного распыляем краситель на цветок. Второй вид хризантем будем делать на кукурузной палочке. Этот вариант очень удобен, если хризантемы нужно отсадить каскадом. Оттиск сделала из фольги. На паутинке его плохо видно, поэтому как только сделали оттиск, сразу обводим узор. Насадку использую «Малая открытая звезда».
Внизу делаем бордюр этой же насадкой. Чайную ложку декор-геля выкладываем на пакет. Добавляем немного зеленого красителя и перемешиваем. Распределяем немного по пакету. Сверху выкладываем зеленый крем. Делаем колбаску и вставляем в мешок с насадкой. Насадку поворачиваем так, чтобы с одной стороны был гель, а с другой стороны крем. Благодаря гелю листики будут блестеть и смотреться сочнее. Торт готов. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много интересного. До новых встреч!